Одна из национальных реликвий белорусов – прекрасный образец декоративно-прикладного искусства, ставший не только историческим культурным символом, но и современным брендом Беларуси. Все верно. Речь о знаменитых слуцких поясах, прославивших синеоку далеко за ее пределами. Именно этот предмет искусства, а точнее его копия, стала центральным экспонатом выставки, открывшейся в Музее истории города. Очередной проект – еще один жест внимания к нашему историческому наследию, что особенно важно сохранять и приумножать. Мы горды тем, что копия слуцкого пояса есть в нашем музее, потому что, к сожалению, на сегодняшний день около 5 только лишь подлинных слуцких поясов у нас можно в Беларуси увидеть. А наше обещание, я думаю, достойно того, чтобы познакомиться с таким вот замечательным произведением искусства, безупречным вкусом, качества, ручного качества того времени, на которое можно бесконечно долго смотреть и гордиться тем, что он был выткан у нас в Беларуси. И, конечно же, мы не могли не говорить, не показывать в этот день, и не говорить о традициях и обрядах, не говорить о народном костюме. Поэтому такая небольшая маленькая камерная выставка, которая раскрывает основные моменты нашей белорусской культуры. В рамках мероприятия гости смогли не только познакомиться с историей этого удивительного предмета, но и посмотреть, как его носили, с чем сочетали. Кстати, необычный факт. Настоящий слуцкий пояс имел в своем составе металлические нити для поддержания гибкости и формы. И иногда вес таких вставок варьировался от 60 до 800 грамм. Технологии ткачества и особенности подбора рисунка на поясе также были представлены на вернисаже, чтобы современным берестейцам была более понятна и доступна эта манипуляция. Очередной выставочный проект – это вклад работников Музея истории города в одно большое дело – формирование культурного имиджа на республиканской и международной арене. Много теплых слов прозвучало в адрес организаторов вернисажа. Я рада, что Бресту повезло, что и в Бресте тоже к историко-культурному наследию очень высокое внимание. Значит, у нас, можно сказать, широкая работа организуется по этому вопросу. Ну, прежде всего, конечно же, у нас восстанавливаются памятники, ремонтируются памятники, устанавливаются новые памятники как архитектуры, так и культуры. Порядка 50 необычных предметов теперь представлены на суд публики. Кстати, теперь музейная коллекция, посвященная слуцким поясам и культуре ткачества, будет дополнена новыми объектами. В дар музею были переданы юбилейные сувенирные монеты с изображением этого атрибута белорусской культуры.